Последние звонки в красноярских школах пройдут 25 мая. Это традиционная дата для всей страны, но в школах имеют право выбирать ее индивидуально. Как рассказали в пресс-службе Краевого министерства образования, в этом году в 116 школах города с 10 до 17.00 последние звонки прозвучат почти для 12 009 и 11-классников. Самое большое число выпускников старшей школы в красноярской гимназии «Универс» – 146 человек. Всего по краю на торжественную линейку придут более 26 тысяч выпускников средней школы и около 15 тысяч 11-классников. Любопытно, в 28 районах края последний звонок прозвучит всего для одного или нескольких выпускников. А уже в период с 20 по 28 июня по всей России пройдут и выпускные вечера, исключая лишь 22 число – День памяти и скорби в России.